Я при этом. Казахстанская команда Artline стала лучшей на мировом финале Lamborghini. Гонка прошла в минувшие выходные на знаменитой испанской трассе в городе Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии. Нашу страну представили Шота Абхазава и Егор Оруджев. О том, как проходило состязание и что дало оно участникам, материал наших корреспондентов. В самом сердце Испании, в городе Херес-де-ла-Фронтера, прозвучал государственный гимн Казахстана. Команда Artline в очередной раз доказала, что казахстанские гонщики – самые быстрые в мире. Шота Абхазава и Егор Оруджев третий этап подряд занимают лидирующие позиции на европейских трассах. К финальному этапу Шота Абхазава уже занимал ведущую позицию в классе Lamborghini Cup по итогам 5 предыдущих этапов, одержав 5 побед в 10 гонках. А вот Егор Оруджев в промежуточном протоколе серии был третьим в классе Pro. На его счету 2 победы в сезоне. Гонка была сложной в начале, но я сделал себе зазор, контролировал резину, потому что резина у нас сильно уходит и тоже опять начинается скольжение. И потом началась неразбериха с сейфти-карами, собрали не тех. Оказалось, что мы почти в круге перед половиной пилотона. И, в общем, неразбериха, но в итоге получилось все сделать чисто, не получить никаких штрафов и выиграть. Соревнования финального этапа проводились отдельно для каждого класса. При этом Шота Абхазава в утреннем заезде уверенно завоевал полпозицию, опередив соперника на 10 секунд. Это 6-я подряд победа в сезоне. А после 27 кругов в финальной гонке классов LC и AM он завоевал чемпионский титул. И это уже не только победа в 7-й раз. Шота Абхазава стал чемпионом в классе LC и вошел в историю европейской серии. Конечно, каждая гонка – это что-то особенное. Это было сложно тем, что, во-первых, жарко, погодные условия, которых не было даже в тренировках, потому что все время тренировались по дождю. Вот. Ну и прессинг соперников достаточно сильным был. Мы соревновались, в общем-то, так, за место среди всех, что, в общем, получилось неплохо. Заезды казахстанской команды были успешными, победа за победой. В итоге казахстанский гимн прозвучал с трибуны 5 раз. Таких невероятных результатов гонщикам удалось достичь благодаря долгой и упорной работе. Команда существует уже 25 лет. За это время спортсмены неоднократно участвовали в мировых гоночных сериях. Создано более 20 проектов гоночных автомобилей, построено более 30 авто. Из них 17 машин международного класса. Амина Абдрахманова, Руслан Исмаилов, Рашид Жексембай, Атамекен Бизнес.